Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, я продолжаю выживать в Черной Руси, и вот еще один новый зомби. Зомби-колхозник. Давайте подойдем, посмотрим его поближе. Вот видите, как он застыл, точнее, на одном месте бегает. Эй, здорово, мужик. Че, как дела? Вау! Блин, давай за мной. Иннокентий Петрович. Давай, иди сюда. Давайте. Давайте. Голову. Бегем. Какая кирка хренова. Давай. Гаси. Сколько тебе надо-то, а? Наконец-то, блин. Так, мы текем. Быстрее пользуем тряпочки. В общем, выжить. Патчи 0.50. 5 практически невозможно. Еды нет. Я просто вот бегу, у меня уже Стаффорд. Я сейчас. Ой, точнее. Старвинг. Сейчас, короче, умру уже. Ну, точнее, вырублюсь. Вот такой вот дедуля с пузом. Нифига у него пузень. Так, сейчас. Нифига у него пузенище. Вот. Выжить невозможно, поскольку ни еды, ни питья. Ну, питье, ладно, еще можно там в этих колонках, в лужах попить, да. Но еды нету. Ягоды не нажрешься. Животных убивать тоже ни ножа, ничего. Вот я оружие еле нашел сейчас. Это вот кирку. И, в принципе, все, что я могу сказать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем спасибо. Всем пока.